телеканала ННТ продолжит новости 24. В студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. Меры предосторожности. Дагестанцам рекомендовано воздержаться от поездок за границу. Отменены все культурно-массовые и спортивные мероприятия. Владимир Васильев своим указом ввел режим повышенной готовности. Бумажные носители справок и подписи заменят на электронные. Дагестанские врачи переходят на автоматизированный документооборот. Главное – оставаться человеком. Такое пожелание адресовал молодым дагестанцам ветеран Великой Отечественной войны Юрий Сытов. Сегодня фронтовик отмечает свое 95-летие. Владимир Васильев своим указом ввел режим повышенной готовности в Дагестане. Он будет действовать на территории республики с 19 марта, и при этом вводится запрет на проведение каких-либо массовых спортивных и культурных мероприятий. В тексте указа говорится, что гражданам нужно максимально избегать поездок в те страны и регионы, где ситуация с коронавирусом нестабильна. Школы, учебные классы и аудитории также рекомендовано ежедневно дезинфицировать. Министерству здравоохранения поручено обеспечить поддержание необходимого запаса противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции. С полным содержанием документа можно ознакомиться на официальном сайте главы Дагестана. А муфтият республики обращается ко всем дагестанцам с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. При муфтияте будет запущена горячая линия, по которой на вопросы жителей республики будут отвечать компетентные богословы и врачи. Призываем всех дагестанцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Молитва – основа жизни мусульман. А тем, кто распространяет ложную, непроверенную информацию, сеющую панику и страх в сердцах людей, напоминаем о греховности таких поступков, сказано в официальном обращении муфтията Дагестана. Всем имамам мечети рекомендовано проводить санитарную обработку до и после пятничного богослужения. В этой связи, в частности, рекомендуется приобретать кварцевые лампы, а также установить тепловизоры для желающих определить повышение температуры тела. Дагестанские врачи переходят на электронный документооборот. Всего 14 тысяч рабочих мест врачей снабдят компьютерами с электронной цифровой подписью. Автоматизация работы медицинских сотрудников проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». У врачей на местах появится доступ в единую информационную систему, а индивидуальная цифровая подпись позволит обеспечить юридически значимый документооборот. Отметим, в 2019 году автоматизировать удалось порядка 2500 рабочих мест. В этом году будет организовано около 10 тысяч, это более 90% от запланированного. В Дагогнях и Избербаше проверили ход строительства незавершенных объектов. Их посетили в Рио заместители председателя правительства Дагестана Инсаф Хайрулин и представители Счетной палаты России. В Избербаше они ознакомились с ходом строительства очистных сооружений, которое было начато еще в 2008 году, а также осмотрели строящуюся больницу на 300 коек. Финансирование проектов осуществляется в рамках республиканской инвестиционной программы. В Дагогнях делегация проверила ход строительства очистных сооружений и канализации. Напомним, что наша республика стала пилотным регионом, на территории которого будут осуществляться мероприятия программы «Дорожные карты», направленные на сокращение объемов незавершенного строительства. Комитет по архитектуре и градостроительству Дагестана подвели итоги за 2019 год и наметили задачи на этот. В заседании принимали участие главы ряда городов и районов республики, руководители министерств и ведомств и члены общественных организаций. Основная цель коллегии – обсуждение вопросов разработки и утверждения новой схемы территориального планирования республики, ее муниципальных образований. Много лет назад была разработана существующая модель, но на сегодняшний день она уже не отвечает требованиям градостроительного кодекса. Была отмечена необходимость утвердить и новые мастер-планы городов. Этот генеральный план разрабатывался без материалов топографической съемки, применяя космосъемки, достаточно старого образца. Я разговаривал с разработчиками и подготовленные более 20 лет тому назад. Соответственно, выходящий из этого материал, сами понимаете, какого уровня и какого качества.
Глава ведомства Низир Гусейнов также сообщил, что на современном этапе комитетом разработаны единые правила оформления вывесок и рекламы, оформления и дизайна нестационарных объектов торговли. Кроме того, приняты стандарты благоустройства и озеленения территории городов республики. Ветераны Великой Отечественной войны – как живая память о самой значимой победе в истории нашей страны. Каждый из них прошел нелегкий путь, жертвуя собой ради будущих мирных дней для жизни последующих поколений. Юрий Сытов празднует в эти дни свой юбилей. Ему исполнилось 95 лет. Поздравить фронтовика пришли представители власти, военные и студенты. Абдулла Алиев с подробностями. Вот так в торжественной обстановке принимает поздравления ветеран. Сегодня у него в гостях бойцы Росгвардии и молодые волонтеры, студенты из разных СУЗов и вузов республики. Под окнами Юрия Михайловича персонально для него был организован целый мини-концерт. Поздравить солдата Победы прибыл и министр по национальной политике и делам религии Республики Дагестан Энрик Муслимов. В ходе беседы глава ведомства заверил ветерана, что представителями власти делается все необходимое, чтобы память о Великой Победе никогда не угасла. Нет, мы не дадим это забыть, потому что сегодня в республике тоже огромное количество мероприятий, посвященное 75-летию, проходят. Есть указ главы Владимира Ильича Васильева, он наш сегодня глава, офицер, генерал, поэтому при наличии таких людей тоже при такой организации никто не даст забыть. Тем более уже мы в виде поправок сегодня вносим в Конституцию Российской Федерации вот сохранение памяти о том, что знали, что это такое. Ветеран, в свою очередь, выразил слова благодарности за столь теплое поздравление и дал небольшое наставление молодежи. Учиться как раз учитель Ленин. И еще раз учиться. Иметь обязательно специальность, любить свой народ, родину, мать, отца, быть храбрым, умным, честным и идти вперед проторенной хорошей дорожкой, которую вы выберете. А остальное все приложится. Главное быть человеком, оставаться. Юрий Сытов родился в 1925 году в городе Астрахани, а в 1933 году переехал с родителями в Дагестан. Уйдя на фронт в январе 1943 года, Юрий Михайлович в составе зенита артиллерийского полка принимал участие в боях на территории Белоруссии и дошел до Восточной Пруссии. За мужество, проявленное в борьбе с врагом, награжден орденом Отечественной войны второй степени и медалью за победу над Германией. Абдулла Алиев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. День родной газеты. В селении Дылым коллектив республиканской общественно-политической газеты «Истина» встретился с читателями из Казбековского района, в числе которых руководители творческой интеллигенции. Новый формат общения призван наладить прямой контакт с читателями, дать новые возможности для популяризации прессы, выходящей на родных языках. Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. Преданные подписчики, которые поддерживают связь с газетой на протяжении многих лет, были награждены почетными грамотами от имени печатного издания. Исполняющий обязанности главного редактора «Истины» Умахан Умаханов анонсировал проведение подобных дней газеты в каждом из районов республики. По его словам, это позволит привлечь внимание к прессе на национальном языке. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.